Незаконную вырубку более 100 деревьев зафиксировали в районе улицы Гражданской. Этот факт подтвердился во время проверки специалистами городской администрации. О том, что ведется незаконная вырубка деревьев, в администрацию сообщили местные жители. В администрацию города Владивостока поступают многочисленные обращения граждан по факту незаконного уничтожения большого количества деревьев на двух земельных участках в районе улицы Гражданской. Специалистами управления охраны окружающей среды незамедлительно был осуществлен выезд на данную территорию. И действительно, факт незаконного уничтожения деревьев подтвердился. То есть на участке работала бригада рабочих, которая занималась выкорчевыванием порубочных остатков и отсыпка данной территории скальным грунтом. Незамедлительно данный факт был сообщен в отдел полиции номер 6 для установления личностей. В настоящее время администрацией города установлен собственник данных земельных участков и проводятся мероприятия с данным гражданином. В дальнейшем будет подсчитан ущерб. На данных участке уничтожено более 100 деревьев. И будем уже в дальнейшем этот ущерб предъявлять собственнику земельных участков. Напомним, что за незаконную вырубку деревьев может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Вырубка зеленых насаждений может осуществляться только при наличии разрешения. Чтобы его получить, необходимо обратиться в отдел экологического мониторинга администрации Владивостока с необходимыми документами.